меня вся семья технологи. То есть тетя, мама, дядя, у дедушки своя хлебопекарня. Сегодня у нас проходит конкурс внутри университета с разными группами. Есть задание. В группе должно присутствовать 3 человека и 3 блюда. То есть это горячее основное блюдо, закуска и десерт. Шеф-повар ходит и консультирует, смотрит, как мы все это делаем, то есть оценивает нас. Я приготовил овощной тартар с соусом из йогурта, огурцов и с сыром рикот, сделанного с оливковым маслом. Наши студенты-технологи – победители самых престижных профессиональных конкурсов, таких как Международный фестиваль кулинарного искусства в Турции, Международный конкурс «Деларук» в Казахстане, Международный кулинарный салон «Евразия», а с 2014 года ежегодные призеры и победители одного из самых престижных всероссийских конкурсов России «Шеф а-ля Русь».